А что, если я вам скажу, что нашла место, где рыбу и морепродукты превратили в настоящее произведение искусства? Ресторан называется «Рыба моя». Это уютное заведение с неповторимой кухней. Мой выбор пал на сет «Арктика», который готовят здесь весь январь. Круда из форели и гребешка с соусом из водорослей и устричным листом, крем-брюле из морского ежа с осетровой икрой, краб с луковым хлебом и черными лисичками, гребешок с пшеницей, кремом из жженого лука и боровиками, треска с осетровой икрой и соусом из водорослей и мидий, моченая брусника с кедровыми орехами и медовым пряником. Этот сет запомнится вам надолго, как и уютный ресторан «Рыба моя», который однозначно захочется вернуться.